Доброе утро, друзья. Ну что, начинаем новый день. Начинаю я его опять в старом городе, и эта улица на самом деле оказалась цветочная, не садовая. Это та улица, которую я вам показывала в прошлых влогах, где снимались фильмы, в общем, ладно. Что так произошло, что я при посещении нотариальной конторы забыла там мешок, довольно, знаете, с ценным внутри. И я была в конторе в 3 часа дня, а вспомнила я про этот мешок в 7 или 8 вечера. Представляете? Ну, в общем, на самом деле реально что-то с моей памятью стало, так скажем, да, и что-то с этим надо делать. Ну, и я сегодня прямо с утречка, время, правда, 11, по-моему, приехала уже в эту контору, забрала мешок, вот. А сейчас хочу зайти здесь в Лидо рядышком. И потом под сегодняшним роликом написали про мебель напротив Долы, мебельный магазин. И я подумала, ну, у меня сегодня, в принципе, никаких особых планов не было. Давайте съездим в этот мебельный магазин, посмотрим. Был еще вопрос по поводу, есть ли производство мебельное в Латвии. Вы знаете, мне ответить очень сложно. Я не очень владею информацией, но мне кажется, что достаточно трудно с мебелью латвийского производства по одной простой причине. Для того, чтобы изготавливать мебель, нужны большие площади. Ну, вы понимаете, помимо того, что продавать эту мебель, тоже нужны площади. А это все аренда и все деньги. И с приходом IKEA, я думаю, что наше производство хотела сказать, захеревает. Ну, слово, конечно, такое, паразит. В общем, мне кажется, что с приходом IKEA наше мебельное производство, оно стало все меньше и меньше. Ну, вот, наверное, как-то так. Это лично мое мнение. Если вам что-то известно другое, напишите, пожалуйста. Что у нас, но раньше, лет 20 назад, у нас было достаточно большие производства, можно было заказывать кухни, мебель. Ну, то есть, в общем, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос по поводу мебели. Ну и вот, а так как я, знаете, ищу диван, ну как ищу? Я не то чтобы, знаете, хочу его купить. Я просто думаю, что возможно было бы посмотреть, и если недорого, то рассмотреть, что может быть и купить. Это я здесь вот прямо за моей спиной, Лидо. Я хочу договорить мысль, и тогда уже пойду завтракать. Наверное, уже обедать. Потому что время, как я уже говорила, 11. В Лидо вообще практически никого. И вы знаете, я даже вчера была в дневное время. Ну, в принципе, как это, знаете, рядышком офисов много. Я думаю, что и время такое было, 3 часа, вроде как обеденное, что было бы больше. Но нет, в Лидо вчера тоже было очень мало людей. Так что вот так, друзья. Погода у нас сегодня 0 градусов, идет мокрый снег. Не очень хорошо. За ночь тоже вон намело. В общем, идемте с вами обедать. Очередной раз голодный блогер пришел в Лидо. Был вопрос от зрительницы. Лена, скажите, пожалуйста, сколько стоит маленькая квартирка однокомнатная в Риге? Вопрос настолько обширный. Если вы хотите, то я могу сделать отдельное видео, потому что это надо немножко проанализировать все-таки. Потому что квартира однокомнатная, у нас цены, все зависит от многих очень факторов, очень. Даже от таких, которые ты изначально, ну, не знаешь о них. Поэтому, если вам интересно, я могу сделать, как бы, немножко проанализирую, покажу вам по районам, могу показать дома сколько, ну, то есть, вот, как бы, в 2 минуты не уложишься, 100%. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях, я сделаю отдельно. Сейчас я могу ответить только так, что то, что хочу я, приблизительно, да, ну, примерно.
это будет стоить в Риге, именно в Риге, 20 тысяч совсем в убитом состоянии вообще. И даже, может быть, не в старом фонде, именно в советском времени, а еще в более старом фонде. Вот в той квартире, что я живу сейчас, это 602-я серия в Зепникаунсе, третий этаж, там 33 квадратных метра, она тоже в советском состоянии, то есть там нет ламината, там нет стеклопакетов, она стоит на ss.com 32-34 тысячи. Но это вот так, чтобы просто ответить на вот такой вопрос очень быстро. Ну, а опять-таки, если что, пишите в комментариях, я обязательно сниму такой ролик. По поводу вот того, что я записалась на дневной стационар, я сегодня опять виделась с девушками, которые у меня в районе живут, и они сказали, что там еще столько много всего, что можно потом делать, да, вот, то есть... Дневной стационар записываешься, там проходишь все-все-все, что тебе доктор, как бы, да, плюс еще там берешь направление там же, в больнице, на физиотерапевта, и физиотерапевт может дать тебе направление в другой дневной стационар, и ты там будешь проходить еще очень много всяких разных важных и нужных процедур для здоровья. Я все обязательно вам расскажу, покажу. Там же можно сделать на дневном стационаре и кобру, что мне тоже нужно сделать у меня. Ну, в общем, про дневной стационар я уверена, что вам всем будет очень интересно. И я обязательно все буду рассказывать, по возможности показывать. Решила себя побаловать на обед. Это пирожное Павлова. Я не знаю, почему он так называется. Здесь безе. Безе, крем, фрукты и шоколад. Вот такое красивое. Я, друзья, забыла вам передать большой привет от Марины Тимченко. Был какой-то вопрос под каким-то роликом. Я написала Марину, как бы интересуется, но уже не раз спрашивали, как дела у Марины Тимченко. И я пишу ей, типа, Марин, ну, интересуется народ, как у тебя, что у тебя? В результате я записала от нее для вас по WhatsApp большой привет. Леночка, привет, дорогая. Очень приятно, честно говоря, что люди помнят обо мне, что спрашивают, у тебя интересуются. Конечно, это дорогого стоит. Спасибо огромное всем, что заботятся, переживают за меня. Это очень приятно и трогательно, и вообще у меня прямо слезу прошибло, честно говоря. Ну, все, в принципе, хорошо. Квартиру купила, все обставила, мебель там, тарарам. Но пока не все разложила, потому что места не хватает за счет того, что большое количество костюмов, они занимают целую комнату. Вот. Но, слава богу, квартира позволяет хранить все это. Все хорошо, все слава богу. Вот. Ну что, пока с выставкой там или с галереей ничего не известно, я подала прошение губернатору Белгородской области. Мое прошение передали министру культуры Белгородской области, но пока молчат. Вот уже неделя прошла, почти неделя прошла, ответа пока не было. Никто мне из Министерства культуры не звонил. С машиной тоже пока ничего не решилось. Я тоже подала прошение о помощи представителю президента России по Белгородской области, обратилась за помощью в оформлении моего личного имущества, то есть автомобиля. Потому что коммерческие структуры требуют огромных денег за сертификацию и присвоение электронного паспорта. Было 70 тысяч, теперь просят 140 с ГЛОНАСом. То есть на мою старую машину, которой 15 лет от роду, еще и ГЛОНАСС, оказывается, требуется, который стоит 70 тысяч почти. Смешно, конечно. Но не знаю, этот вопрос пока не решается. Ну так, прошли все праздники. Новый год, Рождество, Крещение, Старый год. Вот. То есть, наоборот, Старый год, Крещение. Вот. Ну, встречи с родственниками, естественно, с детьми, с внучкой. С внучкой перезваниваюсь, общаюсь. Она у меня умница, красавица, учится хорошо. Такая очень девочка целеустремленная. Готовится поступить
в университет, на архитектурный факультет. Ну вот, в субботу будет у меня день рождения. Будем встречаться, опять же, с моими близкими, с подругами, со школьными друзьями. Но время такое, все болеют. Многие, точнее, заболели. Из школьных моих друзей будет только две. Все остальные на больничных. Ну что делать? Плохо, конечно, но... Ничего, встретимся в другое время, потеплеет. Соберемся с одноклассниками где-нибудь на даче, пообщаемся. Белгород – город очень красивый, молодой, развивающийся. Я вот катаюсь по городу, наблюдаю за строительством, за архитектурой зданий. Все очень современно строят, ультрасовременно, очень красиво. Жилые дома отличаются своей архитектурой, необыкновенно красивой архитектурой, с колоннами, с башенками, с какими-то, ну, с выкрутасами, короче, строят дома. Не просто вот коробки ставят, а именно с таким с художественным подходом работают архитекторы города. Мне очень нравится. На Новый год площадь, вообще весь город был настолько красиво украшен, что просто полный восторг для души и для сердца. Очень-очень все красиво было. Я была на открытии елки. Дед Мороз со Снегуркой поднимались к самой макушке елки на высоту 25 метров и зажигали звезду новогоднюю. Ну, то есть Дед Мороз своим посохом касался этой звезды, и елочка, начиная с этой звезды, вниз спускались огоньки, и елочка загорелась. Все орали: «Елочка, гори!» В общем, там весело было, конечно. Нарядили меня этой елочкой в зеленое вот это одеяние. Потом начали на меня вешать вот эти гирлянды, шарики, куда могли, нацепляли. Потом начали на меня деньги лепить, со всех сторон кидали, швыряли, в общем, бумажные купюры. И, короче, к концу вечера насчитали почти 3000 рублей. И все это мне засунули, сама знаешь куда, в большой цыганский кошелек. И я все это унесла домой. Ну, конечно, обязательно. Я всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю всем всяческих благ, удач, много радости. Дай Бог, чтобы этот год принес нам только самое лучшее, благополучие семьям, радость. И дай Бог, чтобы на нашей планете воцарился мир. Всем добра, счастья и здоровья. Сегодня довольно вкусно пообедала, брала плов и взяла первый раз. Мне писали в каком-то, под каким-то из роликов, что пробовали Павлова, пирожное Павлова. Меня это пирожное вообще не впечатлило. Знаете, получается там безе, крем, сливки взбитые. Ну, наверное, я так предполагаю. И кусочек шоколада и фрукты. Так вот, а вот в безе внутри, я так поняла, что это зефир. В общем, знаете, получилось так, что вот это безе намного слаще, чем сливки. Хочу вам показать. Вот, посмотрите, мужчина очень-очень стильно одет, в красивом пальто, видно, что дорогое, ботинки, а ботинки, по-моему, типа Мартинсов. Ну, в общем, вот такой красивый молодой мужчина, красиво одетый, простите, молодой мужчина. Вот это безе внутри зефир. Очень-очень сладкая, очень даже сладко-приторная. И практически не чувствовался вообще вкус сливок, вот этого крема. И мне этим не понравилось. Но вы знаете, для, так скажем, галочки, что я попробовала и высказала вам свое мнение, как бы, то, в принципе, ради этого я вот его попробовала. Но, вы знаете, в следующий раз оно стоит, между прочим, 2,50. Все десерты, вот все тортики в Лидо стоят где-то 2,20-2,50. Я, кстати, знаете, вот сейчас, пока обедала в Лидо, подумала, что я столько много в разных частях Латвии и Прибалтики. В Таллине была в церквях и соборах, но стыдно сказать, в этом католическом Святого Петра собор, или не собор, церковь, я не была ни разу. Представляете? Вот на самом деле очень даже стыдно. А там наверху площадка смотровая, поэтому я вам 100% обещаю, либо если у нас будет очень снежно,
будет очень красивый вид, да, обзор. Мы туда с вами пойдем. И внутри посмотрим, и поднимемся на площадку. Либо когда уже будет весна и будет тепло. А вот по поводу музея моды написали, тоже сегодня ролик вышел. Это я вам так показываю наши окрестности. Так вот, по поводу музея моды на улице Грициньяку, это вот эта улица, то, что я вам сейчас показываю. Да, я в курсе, что музей моды, я там постоянно снимаю, имеется в виду каждая экспозиция, новая выставка, я там обязательно снимаю. Просто эти экспозиции, они проходят, меняются, может быть, ну раз в 6 месяцев, поэтому это не так часто. То, что там Александр Васильев один из владельцев, я не знала. Вон, видите, чуть дальше. Вот там музей моды. Я об этом не знала. Ну, такой информации, знаете, я как бы не знаю, откуда ее можно узнавать. Так, мы сейчас с вами идем по улице. А, ну, Грициньяку. Та же улица. Просто идем в сторону бывшего центрального универмага. Мне нужно там сесть на трамвай 7. И мы с вами поедем Кингаракс в Долы. Приехала в Норвессен узнать по поводу проездного. Мне очень интересно, потому что я вам рассказывала про то, что проездной на все виды транспорта можно купить только на карту рижанина. Но мне написали в комментариях, что можно купить любой человек проездной. Поэтому мне интересно узнать. Ну что, друзья, на самом деле оказалось, что вы правы, кто писал. Поэтому те, кто приезжает надолго, на месяц, может быть, на два, то смело можно купить теперь на желтую обычную карточку. Можно купить, да, проездной на все виды транспорта на месяц. Потому что если очень много передвигаться по городу, то вот этот именно проездной, он очень-очень выгоден. Каждая поездка 1,5 евро, она действует, правда, в течение полутора часов. Но все равно. У нас еще, кстати, есть, если вы приедете, у нас есть суточный билет. Он стоит, по-моему, 5 евро. Это я вам так, знаете, иду, болтаю и показываю красоты. Я очень-очень люблю эту улицу. Вот именно по ней очень люблю гулять. Да вообще, знаете, я по старому городу очень люблю гулять. Ты так часто здесь гуляешь, и тебе кажется, что ты вроде все знаешь. Что вот этот дом, он такого цвета, вот этот другого. Здесь такое окошко. Ну вот почему-то я всегда, когда иду, гуляю по старому городу, мне всегда вот эти знакомые улицы, они всегда по-новому видятся. Я не знаю почему. Скажите мне, а у вас так же? Вот как будто бы я здесь, ну может быть, максимум один раз была. Вот у меня такое впечатление сейчас. Хотя я здесь очень-очень часто гуляю. И мне почему-то нравится именно вот эта сторона старого города. А та часть старого города за Домской площадью, мне как-то вот туда почему-то не очень. Ну, то есть я как-то там очень редко гуляю. А именно здесь очень красиво. Супер. Летом, конечно, будут здесь обязательно. Так, друзья, куда мне сейчас надо, чтобы мне не запутаться? Еще один вид красивый вам покажу. Наверное, мне нужно будет здесь пойти, через Конвентасета пройти. Тогда я выйду уже на... А, нет, друзья, нет, не так. Неправильно. Сейчас мы с вами идем по Скарню Ела и повернем направо. И я пройду мимо галерея Центрс, мимо бывшего универмага рижского, и тогда попаду на трамвайную остановку.
Идемте по красивой улице. Очень-очень красивый дом. Посмотрите. Мы с вами пересекаем улицу Вальню. Вот туда идет также улица Вальню. Там железнодорожный вокзал левее, и через вот ту насыпь там идет уже центральный рынок. Ну а мы идем с вами на остановку. Книжный магазин, он очень-очень у нас давно именно книжный магазин. Я помню, еще училась в школе и приходила сюда, покупала какие-то книжки. Театр оперы и балета наш латвийский. Ну и вот там левее памятник свободы. Вон, видите, да? Виднеется. Это памятник свободы. Ну вот. Трамвай только что ушел. Невезуха. Он не часто ходит, поэтому придется подождать минут 10. Приехали с вами, друзья, на кольцо 7-го трамвая. Вот там Доле. И спасибо большое тем, кто напомнил мне, как называется. Я все время вспоминала. Саркана. А что Саркана? Саркана квадрат. Красный квадрат. Это вот тот завод впереди. Там, я так сейчас тоже понимаю, изготавливают изделия из резины. Ну вот, там работала моя мама. И я ходила в садик за Доле. Потом вам покажу. Мы сначала с вами сходим в мебельный магазин. Так, ну что здесь, надо нажать кнопочку, наверное.
И пойдем сначала в мебельный посмотрим, а потом уже тогда перейдем дорогу вот там и пойдем сходим в Долы. Мы, кстати, с вами проезжали, одна остановка назад, по-моему, была, там бывший ресторан «Щецин», и про то, что в нем мебельный магазин, мне тоже говорили. Вот мы его проехали, но туда я, наверное, не поеду, просто здесь прогуляемся по этому магазину, посмотрим. На улице, знаете, очень идет дождь мелкий, прям с мокрым снегом. И идешь, снег вот вроде бы как падает, и тут же тает. Погода не очень, знаете, располагает для гуляния. Ну, ничего. Если я так понимаю, то это вот этот магазин. Тогда что получается? Он на весь второй этаж, потому что вот там, видите? Комоды, скатерть. В общем, что-то я не совсем поняла. Ну ладно, давайте зайдем. Там уже сориентируемся. Но это не тот, скорее всего, магазин, а гигант. Гигант, это, наверное, другой. Тут, вы знаете, запутаться можно, если честно. Я шла, вроде и там есть магазин, но именно мебельный гигант, это вот вроде бы это здание. Ну да. А перед ним еще есть... А, смотрите, здесь есть белорусская обувь. А перед ним тоже есть магазин мебельный.